Ух ты, батюшки, 5 часов утра уже. Ой. Доброе раннее утро, други мои. Продолжаем катать Евротрак Симулятор 2. Версия 1.43. С вами Олег Драйвер. Давай в дорогу. Что у нас сегодня происходит? И где я нахожусь? Так, держим путь в Украину. Нахожусь я в Румынии, впереди переход через Молдову и снова в Украину. Не снова в Украину, сейчас я на территории Румынии нахожусь. Ехать нам вот всего ничего. Едем в город Николаев, везем газированную воду 23 тонны. Так, и главная движущая сила у нас вот такой красавчик, фредлайнер. Красявый, красявый, красявый. Я его перекрасил в поте неделю. И 2 дня я там простоял. Мне его залили. Вообще красавчик такой стал. Здесь у меня стоит дизель. Детройт серия 60. 12,7 объемом. Мощностью 380 лошадиных сил. Ну так, нехти сколько, но все же. И достаточно эффективно все эти небольшие лошади. Позволяет использовать 18-я коробка Итан, которая здесь установлена. И мосты. Что-то я не помню. То ли 3.15, то ли сколько. Ну, беговые такие достаточно скоростные мосты. Ну что ж, движемся, движемся, друг мой. Так. Что у нас сейчас по времечко так? Так. Ага. Сейчас мы как раз чаек-кофеек. Завтракаем, утренний мацион. И поехали. Так, 6 часов, уже достаточно светло. Все, завтракаем. Фу, завтракаем. Я уже позавтракал. Опять жрать бы, только те жрать бы. Так, ключ на старт. Поехали. Так, чутка назад надо. Машин ночью тут никого не было, никто не вставал. Да, с такими размерами, друзья, несколько проблематично ездить по таким маленьким заправочкам-то. Видишь, какой габарит-то прицеп еле-еле помещается. Надо такие радиусы, мать его, брать. Поверните налево. Чтобы и трак поместился, и прицеп по обочинам тут, по бордюрам не скакал. Так, справа никого не вижу, слева тоже. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Попробуй еще поверни, тут такая движуха, мать его. Угу. Давай, помещайся тут, попробуй-ка. Ушпевай, да? Сука, я не успеваю. Не успеваю, много очень машин идет. Трафик пипец какой. Что-то придумать нельзя было, вот. Прикинь, туда тебе надо прямо, да? Блять, не успею. Машина за машиной идет, 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 идет. Поток сплошной. Перед коллегами высовываться неохота. Давай, 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 давай. Это я удачно залетел.
правда, подождать пришлось. Так, ну что у нас на сегодня? 300 с копейками осталось. Портовые краны, порт такой здоровый, что ли. Галац. Welcome to Galatz. Так, что у нас тут? Так, мы направо сейчас будем уходить. Ух, тут движуха-то, я есть, моя деть. Так, направо. Держитесь правее, затем съезд справа. Съезд справа. На кольце первый съезд. Сейчас съедьте. Нафига тут такой заворот, потом сюда, блин, сразу, ёперный. Так. Немножко такой сложноватый такой замутили перекрёсочек такой, да, с пересечением с таким, блин, интересным. Движуха, что я подумал, может, я уже не в ту сторону, блядь, еду, а? Нет, оказывается, все в ту сторону еду. Да, блин, поворот на повороте там. Посмотришь, что, блин, может, в самом деле уже не туда поехал куда-то. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо.
Ой, спасибо. Коллега, дружище, спасибо. Так, держимся левее. Держитесь левее, затем поверните налево. Поверните налево. Так, левее. Мы по главной. В смысле, налево едем. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. С таким запасом зашел тоже. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. И опять направо. Ну, блин. Вот устроили тут путаницу, да. Держитесь правее, затем поверните направо. Поверните направо. Привыкаешь к габаритам, уже такие радиусы, слушай, пишешь. Так, у нас там граница. Так, выходим с Румынии. Вот наверху здоровенная табличка. Грузовой транспорт направо. Даже всем понятно. Даже всем. Ну что, еще не все. И идет проверка документов. Документы проверяются онлайн. Все, они уже видят номер моего трака, все уже видят, что везу, куда везу, там все печати.
Давай-ка сюда, тут свободно. Welcome to Moldova. Подожди, не спеши, ты еще не зашел. Все путем, брат. Все в порядке. И что? Ну пропускаешь, пропускаю, бог с тобой. Спасибо за это тебе. Топлива нам не надо, полно. Хватит и на следующий рейс с Миколаева. Что-то настроение хорошее, да, беда далеко. Ох, ты ж почти успел. А, зараза. Так, сюда проезжаем. Там еще что, у нас стоянки какие-то есть, да? Типа можно заезжать, что ли, туда? Ну, нам нафиг не надо. Так, это у нас выезд с Молдовы. Такой пункт пропуска такой интересный. Так, там Украина уже, пункт пропуска. Проверяйте документики, у нас все в порядке. Отлично. Покидаем пункт пропуска. В Украину зашли. Одесская область. Да, нашим войскам надо дойти до Одессы и занять вот этот пункт пропуска на Молдову, чтобы в Тирасполе, правобережной Молдове, оторванными от цивилизации себя наши не чувствовали.
красивые места, да? Вот такая будет свободная Украина. Можно будет по всей территории свободно кататься на машине, когда спецоперация закончится. В этом я уверен. Потому что если иначе, то шкурка выделки не стоила. Столько пацанов наших полегло уже. Ради чего? Чтобы потом что-то на попятную как-то пойти отыграть? Ни хрена. До самой западной границы. Никаких поляков, сук, проституток, европейских шакалов. Ни хер им тут делать вообще. Ишь. Готовы зайти. Хуй его миротворца. Кто вас звал, блядь, сюда? Не, а что нашим останется делать, если они решат зайти? Ну вот как быть? Если мы их не тронем, то все. Западная часть Украины. Все, а докуда они дойдут? А если они прям до Киева дойдут? И Киев займут? Что, все? И вся эта фашистская вотчина будет теперь уже под эгидой Европы, под эгидой НАТО, под защитой стоять. Этих сук нельзя туда пускать. Ой, нельзя, нельзя, нельзя. Этот год, кстати, покажет, что будет с Украиной. Но Ванга сказала, я Украину не вижу. Я так думаю, что как государство Украина прекратит свое существование в этом или следующем году. И в этом виноват господин Зеленский. А чего он виноват, блин? Он марионетка нахрен. И всем и так понятно, кто главный кукловод. И даже не Джо Байден, несчастный старикан. Совершенно другая сила есть, которая дергает за ниточки. Байден так, тоже такой же придурок, как и Зеленский. Только этот молодой клоун, это старый идиот. Маразматик решил на старости лет президентом США стать. Так, что у нас время? 10:00. Нам ехать больше 200 километров. В смысле 10? А, да, 10:00, еще все правильно. До Одессы так-то недалеко осталось. Наверное, больше соточки еще. Или может около того. Так, наверное, давай уже до обеда как раз эти 200 с лишним километров преодолеваем и отдыхаем. Может быть, на сегодня даже хватит. Остановимся в Миколаеве. Какая краска шикарная. Утрака. Ох, классика все-таки, это классика. Ой, мне еще столько тюнинговать его надо. Баки. Вот эти ящики. Справа генератор повешу за баком там. Диски. Корпуса фильтров вот эти вот с боков на дверях, перед дверями. Диски, покрышки новые. Короче,
до хрена делов. В первую очередь, конечно, хочется двигатель поставить помощнее. Но, блин, дорого, зараза, очень дорого. Одна краска только, блин, под 200 тысяч мне вышло. Покрасить кабину. Ну да, полностью, да, с заклейкой всего, со снятием хромированных деталей. Стекла, резинки, все это заклеено. Все, что нужно снять, снято было. И полностью залили на несколько раз. Цвет шикарный, вообще обалдеть какой. Я даже не ожидал, что такой цвет получится. Даже не ожидал. Очень глубокий такой красный. Что у нас, Одесса впереди? Ах, Одесса, жемчужина у моря. Ах, Одесса, ты знала много горя. Ах, Одесса, любимый, милый край. Живи, моя Одесса, живи и процветай. Ах, Одесса, не город, а невеста. Ах, Одесса, нет в мире лучше места. Ах, Одесса, прекрасный милый край, живи, моя Одесса, живи и процветай, живи, моя Одесса, живи и процветай. Welcome to Odessa. Очень красивый город, никогда, конечно, там не был, очень хотел бы побывать. Приготовьтесь к повороту налево. Только в нормальном городе Одессе. Нигде бандерики, суки бегают. Поверните налево. А нормальный, гостеприимный город, где в этом городе все рады гостям, откуда бы они ни были, хоть с Америки, хоть с России. На кольце второй съезд. Так, тут движуха, ребята. Сейчас съедьте. Самые лучшие песни об Одессе были написаны в советское время, кстати. Все советские артисты любили. Любили этот город.
особый колорит. Держитесь левее, затем поверните налево. Даже особый язык этого города. Поверните налево. Я что, без поворотника? Ни хрена ты исполняешь. Налево повернул без поворотника. Да, действительно, особый колорит, особый язык этого города, замешанный на украинском, русском и иврите. Что-то вот такое. Если бы я был, допустим, маменька, допустим, жила бы в Одессе, и я такой долго еду на этом красном траке, да? Сёма, что ты вцепился за руль этого трака? Этого большого грузовика. Ты что хочешь сойти за ребенка? Так не надо тебе стараться, ты так как ребенок. Так и не старайся зазря. Иди, мамочка тебе сварила кашку. Впереди город Николаев. Осталось чуть, почти соточка. Давай, мой друг, не разгоняйся. Ездит как попало, блин. Я туда же. Небо такое прикольное, с облаками такими, так красиво. Сорокунчик. Этот Фредик мне нравится все больше и больше. Прям вот все больше и больше. Прям вообще красавчик. Классный мод сделан хорошо. Звучит хорошо. По-моему, он это самое с дополнением идет. Не одним файлом, он идет тремя файлами. Сам мод, пак скринов к нему. И, по-моему, звуки двигателя Greenbaum. Вроде бы так. Welcome to Николаев. Приготовьтесь к повороту направо.
Вот и Николаев. Поверните направо. Приехали, осталось чуть-чуть. Почти 20. Держитесь левее, затем поверните налево. Поверните налево. Одесский порт. Поя Одесский пы, Николаевский. Так, а нам чуть-чуть за Николаев надо выехать. И наше место разгрузки здесь. Все, я уже почти доехал. Ну что ж, время первый час. Сейчас пока доеду прицепчик, отдам, время уже час будет. Посмотрим, посмотрим. Там никуда не поеду, у меня все с собой есть. Если там будет место, где постоять, там и встану на обед. Так, сюда ведь нам. Да. Так, а чё Галинка молчит? Лен опять залупается по Украине, водить меня не хочет. Вычисление нового маршрута. Куда вычисление? Ты чё, блин? Боруся. Так, 80 хп. Фух, тут на изи вообще. Спокойненько сюда. Да, разворот. Так, давай прицеп драть не будем. Ось на прицепе поднимем. Так, ось подняли первую, все. Это крутиться тут, туда и сюда. Драть покрышки, хоть не свой прицеп, да какая разница? Отлично, отлично. Все, забирайте прицеп. Превосходно. Превосходно. Так, что мы тут добавим? Давай-ка мы, наверное, вот дальние дистанции сейчас еще добавим.
И потом остальные. И тут еще будем дальше добавлять. А после. Так, что у нас тут такое? Так, мы можем помочь вам в развитии. Да что вы говорите? Я и так вам до хрена денег должен. А, я же не принял. Так, где у нас банк? The bank. О, могут нам 70 миллионов, сука, дать. Это под 102 тысячи. Ежедневный платеж. Не. Не хочу. Так, что у нас тут теперь? Сукин кот, блин. А здесь сервис есть. Давай сейчас сюда заеду. Больше куда еще заезжать-то? Все, давай туда. Рядышком сервис, да. Что-то тут в этом скотнике. А я привез сюда газировку, нахрена. А, решили подзаработать на перевалке. Всякой хренотени. Ишь ты, подеешь ты. Так, тихо. Ой, на красный. И загляделся на навигацию. Блин. Этот косяк. Вот это твою дивизию косяк. Перекресток видел? Видел. Как тебе в территории города? А я же за город-то даже толком не выехал, да? Что у нас сюда? Чего тебе так? Так, хорошая, кстати, стояночка. Там сервис есть. Что, здесь с краю, наверное, встану, да? Давай вот сюда подъеду. Вот так вот. Отлично, слушай, вообще по красоте. Это у нас типа мотельчик, что ли? Самый настоящий мотель. Ну да. О, как раз отдохнем, постираемся. Слушай, я, наверное, сегодня уже никуда больше не поеду. Отдохнем. Так, ладненько. Ну что ж, друзья, спасибо за просмотр. Спасибо, что были со мной. Оставляйте комментарии, оценивайте это видео. Подписывайтесь на канал, бейте в колокол, чтобы быть в курсе выхода следующих новых видео. И да, это была реальная экономика. Здесь стоит мод, который меняет финансовые отношения. Вообще-то это надо было сказать в начале. Но раз не сказал, ладно. Пусть хотя бы так. Так, переходите по ссылкам под этим видео на мой второй канал на Рутуб, если YouTube отключит, чтобы нам не потеряться, и на страницу ВКонтакте. Там до хрена скринов. Всем спасибо. Всем пока. Увидимся. До новых волнующих.